И, bueno, nos estamos preparando para este final de... Да, сейчас на протяжении этой паузы длинной мы готовимся к матчам ближайшим. Нужно набирать очень важные для нас очки и выходить из этой ситуации. Нашим игрокам, нашей команде и нам было бы лучше продолжать дальше играть без этой паузы длинной. Но ничего страшного, сейчас будем улучшать то, что нам нужно было, так скажем, доработать. И будем готовиться к следующим матчам, которые вот остались сейчас. Ну и надеемся, то, что игроки, которые вернутся из сборной, придут в хороших кондициях и без травм, самое главное, помогут нам в дальнейшем. En buenas condiciones al siguiente partido. Поехали! А! Да! А!